не сработало. А с чего бы? Звук не действует на голограммы. Если Дево не здесь, значит... Теперь, дорогая, начинается настоящая битва. В чем дело? Кто-то захватил наши системы и закрыл нас. Вторая пространственная брешь открылась в Starlabs одновременно с нашей. Здесь Дево. Он скрыл свое появление нашим нападением, поэтому датчики не заметили его. Таким и был его план. Он отправил самурая, отдал нам Эдвина и позволил нам открыть брешь. Он хотел разделить нас. Куда делся Эдвин? Он вернулся в свою камеру, а пространственная энергия Дево исходит из центра. Там его кресло. Если доберемся до него, можем вернуть команду. Сперва нужно выбраться отсюда. Ари, взломал их защиту? Не могу, слишком сложно. Смог бы с моими квантовыми дешифраторами, но они в мастерской Циско. Но отсюда есть выход. Что будешь делать? Я попросила Циско мне кое-что сделать. Назад, назад. Ари, бери свои устройства. И взломаю компьютер. Да, Айрис, иди к его креслу. Папа, не надо. Иди. Услышал шум и решил, будь Дево здесь, куда бы он пошел? Простое решение простого ума. Но уверяю тебя, ты не представляешь угрозы интеллекту моего уровня. Брось. Все мои враги умнее меня. Но пока еще никто не побеждал. Я боюсь, что старый друг требует реванша. Ненавижу сиквелы. Миссис Восталин, я надеялась на новую встречу. Возможно, это была не лучшая мысль. Проснулась страсть, что я видела в здании суда. Но я предупреждала вас, что ее легко разрушить. Еще ты спрашивала, на что я готова пойти ради своего мужа. Давай я покажу. Гидеон? Да, доктор Уэллс. Увеличить поток темной материи в шлем. Еще. Внимание, вы выходите за безопасные рамки. Рекомендую. Максимальный поток, живо! Давай. Чуть ближе. Еще ближе. Осторожно. Кулаки в кольце больше, чем кажутся.